В ходе операции сотрудники наркополиции задержали двух сочинцев 22 и 33 лет, организатора поставок сильнодействующих веществ и его сообщника. В квартире одного из подозреваемых в полиэтиленовых мешках оперативники обнаружили около 255 тысяч таблеток и более 2000 ампул. Как оказалось, молодые люди заказывали запрещенные препараты по интернету, а затем распространяли через собственный сайт. Получая денежные переводы через банк, отправляли посылки с сильнодействующими веществами своим клиентам, используя Почту России и другие транспортные компании. Рынок сбыта не ограничивался территорией курорта, большинство покупателей находились за пределами Сочи. Наркополицейские изъяли вещества и провели их химическую экспертизу. Порядка 15 наименований признаны содержащими сильнодействующие и психотропные вещества. Все они входят в список веществ, за незаконную продажу которых предусмотрена уголовная ответственность. Общий вес составил более 35 килограммов. Следователи также обнаружили и изъяли всю бухгалтерию продаж. Документы, чеки, почтовые упаковки. Стоимость изъятого по примерным подсчетам составила около 1 000 000 рублей. Сами же подозреваемые пояснили, что продавали препараты желающим достичь хорошей физической формы. Как установлено в ходе следствия, молодые люди осознавали, что совершают противозаконные действия. Такого рода препараты назначаются в медицинских целях, отпускаются по рецепту, а их неконтролируемое применение ведет к серьезным последствиям для организма. Тем не менее, сочинцы подыскивали себе новых клиентов, используя возможности сети интернет. В отношении сочинцев возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение и пересылка в целях сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере группой лиц» и «Незаконная пересылка психотропных веществ». Сочинцам грозит лишение свободы на срок до 8 лет.